Итак, это пример полноценного использования рукотрекинга, когда я перемещаюсь по вот этому порталу. Можно перемещаться с помощью телепортов, вот как сейчас я делаю. Можно тягать прямо с сдвинутыми пальцами вот этот ститер, изменять его, нажимая пальцем. Сейчас я пытаюсь попасть, попал. Рисовать можно прямо правой рукой, типа ты держишь ручку, хотя ты на самом деле не держишь. Единственный минус, пока я нашел, то, что нельзя поставить на левую руку. К сожалению, а я левша, поэтому правой очень неудобно. Можно вызвать клавиатуру и прямо пальцами печатать на клавиатуре. Правда, там надо в нее еще попадать, как видите, я не всегда в нее попадаю. Да, я записываю сейчас звук с телефона отдельно, поэтому звука с приложения не будет, потому что, к сожалению, звук с Окулуса почему-то не записывается, когда там видео делаешь внутреннее. Ну вот, я подтвердил создание заметки, дальше ее перетащил. Так вот, второй рукой можно тягать туда-сюда. Все завязано на этих пяти жестах. Единственное, здесь не очень удобно делать телепорты, потому что они совпадают с жестом Окулуса. Здесь я пытаюсь открепить картинку. Вот, я не попал, сейчас откреплю ее еще раз. И снова ее также можно вот перетягивать. Редактировать нельзя, но можно удалить. Сейчас я ее удалю. Прямо пальцем тыкаешь туда. О, все, удалилось. Если навести на синий шарик, открывается менюшка. Сейчас я это сделаю, по-моему. Да, и тут можно создать заметку. Выбрать окружение. Их несколько штук тут находится. Сейчас я перейду в стартовое окружение. Чтобы перемещаться с телепортом, смотришь в ладонь и либо щелкаешь пальцами, либо выбираешь второй рукой стрелку, в сторону которой ты хочешь двигаться. Вот сейчас я пытаюсь это сделать, но на самом деле очень непривычно все это. Хотя с виду может быть непонятно. Сейчас я буду пытаться взять это колесо. Телеграм булькающий. Вот. Я пытаюсь попасть на перемещение, очень близко сделать перемещение довольно сложно. И здесь я просто вот так же пальцами подтягиваю к себе эту модельку. Конкретно в это приложение можно загружать 3D модели, фотографии, я не знаю, можно ли аудио, вполне вероятно. Вот, опять пример использования телепортов. Смотришь в ладони, щелкаешь пальцами, оно тебе кидает в нужном направлении. Аватар я фотографию загружал, но получилась дичь, поэтому я оставил вот этим. Каким он по умолчанию является. Сейчас покажу создание заметки. Ну вот, создаешь, и можно опять-таки либо что-то написать здесь. Вот. Но желательно регистрация на сайте. Там можно на несколько человек вот эту комнату делать. То есть, в принципе, если вам вообще интересна эта тема рукотрекинга, то я рекомендую вот это попробовать. Оно забавное, очень непривычно. Вот если бы мне дали сейчас левой рукой писать, я бы написал это гораздо лучше. Но я не нашел настройки смены руки. Поэтому получается вот такая лажа. Но вы можете попробовать это сами. Сначала зарегистрировавшись у них на сайте, я ссылку оставлю. И потом, вот, пройдя все вот это вот обучение. С тачами тоже работает. Ну все.